В Омске в парке детских аттракционов пострадал ребенок. На мальчика упала музыкальная колонка. ЧП произошло в парке развлечений «Чудоград» в одном из торговых центров Омска. По словам матери пострадавшего, во время игры кто-то из детей задел ногой провода, и тяжелая аппаратура упала на ее ребенка. Мальчика пришлось доставить в больницу. Врачи диагностировали рану на голове, ушибы и несколько ссадин. Госпитализация не потребовалась. В администрации «Чудограда» происшествие не отрицают. Аудиоколонки вынесли на время проведения мероприятия. Но, по мнению сотрудников парка развлечений, это был несчастный случай, и техники безопасности не нарушалось. Мы в любом случае выражаем, конечно, свои извинения глубочайшие за данную ситуацию, что вот так вот все получилось. Мы готовы всегда и сотрудничать, и помогать. Мамочке было все предложено. Родителям была оформлена страховка на выплату компенсации ребеночку. Также мы принесли свои извинения за данный инцидент. Мы устраним все неполадки, возьмем на заметку, если они вообще как таковые имели быть. По данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будут опрошены свидетели-очевидцы произошедшего и персонал развлекательного заведения.